Откуда такое любопытство? Чё-то вы слишком быстро меня нашли. Я еще не успел расположиться, а вы уже тут как-то. Откуда такой интерес к моей персоне? Документы? А зачем? Ну ладно. Надо так надо. У нас куда документы можно? Блин. Дмитрий Геннадьевич. На скутер? Да. Водительская, пожалуйста. Господин ДПС Кузнецов, моя фамилия. Кузнецов. Да. Вот незадача. Так а что случилось с мопедом? Ничего, управляли еще. Я управлял? Конечно. Когда? Или это не ваш мопед. Когда сюда заезжали на нем. Вы видели, да? Я видел, да. А, поэтому вы сюда и подошли, да? Конечно. От черт. Так а что делать-то? В смысле, что делать? Документы можно, на мопед. А для чего? Что? Я, не, я что-то не понимаю. При чем здесь мопед? Я ж не управляю. Ну, управляли только что. Только что управлял? Конечно. А при чем здесь мопед? Ну, если я влип, то, ну, что делать? Может, на мопед документы. Посадите меня в тюрьму, а мопед... Я сажать не буду вас. А мопед не трогайте. Зачем? А зачем его трогать? Он тут ни при чем. Смысле? Это я вас там фоткаю. Для мопед он стоит, он никого не трогает. Для чего фоткать? Ну все, я допрыгался, в общем. Где водительская? Так я ж паспорт дал. Ну а водительская? А зачем? Водительская. Зачем? Ну вы же управляли скутером. Зачем? Нужна водительская А-категория, М-категория. Так я ж пешком к вам пришел. Где? А сейчас мы поехали, на чем? Я, честно говоря, мне непонятно. Я ж вам дал паспорт, все. Ну, знаете, еще водительская. На скутер документы. А скутер тут при чем? Я вам паспорт дал. Вы управляли скутером, на него что-то есть какая-то? Сейчас при мне нету. Вы там дырочку не сделаете? Да нет, я такой ерундой не занимаюсь. Ну, хорошо. Ну если немножко подумать, то я вообще пешеход, если что, подумать. Да нет, мы поехали там на скутере. Ну вы ж меня не остановили. Я к вам сам пришел по пешеходному переходу. Вы управляли транспортным средством скутером? Бывает, управляю. Сейчас, почему бывает? Вот совсем недавно управлял. Буквально 2 недели назад, да? Ну вы ж меня не останавливали, я ж к вам сам пешком пришел. Не, паспорт верните. Или, чтобы я не заходил. А вы туда не залезли. Почему? Потому что. Нельзя туда? Потому что туда нельзя заходить. Как нельзя? Что, серьезно, что ли, нельзя? А паспорт мой можно взять? Да, да, да. Я же вам говорю, ну возьмите сами. Возьмем. Чем я вас так заинтересовал? Ну, открыли меня по базе, пробили. С сетью проблемы что-то. Отпускай меня. Даже почему? Ну, что мне тут я делать? Я не знаю, нужно проверить, не могу проверить. Почему? Интернета нету? Какое классное место было, блин. А если вот за тем рулем буду прятаться, вы меня там обнаружите, вот залез туда, на этот трактор. А если вон в тех кустах, вот за трактором, тоже? А там вы меня не найдете, я могу там остановиться. Блин, ну там эти кусты будет фокус сбивать постоянно, тоже не увидите. А если я с заправки, вы меня точно с заправки не увидите. Блин, эта сетка фокус будет сбивать. Вот с этой заправки вы меня точно не увидите. Росойл. Только оптика там нужна посерьезнее. А зачем с нами уходить? Ну, вдруг вы взятки берете или не берете? Не берете? Ну хорошо, что не берете. Просто хотел проверить, а вдруг берете? Скутер ваш, да? А? Скутер ваш? Да.
Документы имеются? Блин, я не знаю, как сказать. Можно я поеду, а? Отпустите меня нафиг. Нафиг я вам нужен? Нужен. Пойдемте. А для чего вам нужен? На территории фасада пришли на съемку. Правда? Да. Это самое. Пойдем. А может не правда? Может быть разрешена? Приказ МВД есть о том, что на территории подразделения съемка запрещена. А я служащий? А что он служащий? Ну он как-то на меня распространяется. Конечно. На меня тоже? Да, включайте, пожалуйста, камеру, пройдем. Ого, я не знал, что на меня приказы распространяются. А какой хоть приказ? 11-й? Пойдемте, я вам объясню, что расскажу. Включайте камеру сейчас. А как я к вам пойду без камеры? Давайте здесь общаться, я не знаю. Если вы меня туда не приглашаете, то тогда я вас сюда приглашаю. Ну, здесь, на улице. Или хотите вон там в коридорчике посидим? Коридорчики не надо. Вы мне права будете отдавать или нет? А зачем? Меня уже и пробили, и по паспорту, и по правам. Вы когда предоставите документы на транспортное средство, которое утверждаете, что ваше, тогда вам права и отдадут. А зачем? А вдруг оно в угоне? А чего вы взяли? Откуда у вас вообще такое подозрение возникло? Потому что у нас знали очень много скутеров. А вы тут старше, да? Нет, я оперуполномоченный уголовного розыска. Фамилия моя Штельма. Зовут Виктор Петрович. Штельма Виктор Петрович? Да. Старший уполномоченный? Да, уголовный розыск. А вы кто? А вы не сотрудник ДПС? А вы кто? Меня Дмитрий зовут. А документы есть у вас? Есть вон у инспектора. Меня паспорт интересует. Зачем? Не водительская, паспорт. Чтоб проверить. Да что ж такое происходит? Зачем вам паспорт-то? Ну я же вам показал удостоверение свое. Ну. Я вам сказал, откуда я. У вас, я спрашиваю, есть паспорт? Так я... Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность. Как не является? Является? Ну ладно, не важно. Зачем? Для чего вам это все нужно? Посмотреть можно? Зачем? Как зачем? Вы вас спросили, есть паспорт? Нет. Можешь показать? Чем обязан? Почему? Какие основания? Что случилось? Ничего не случилось. Ну тогда нельзя. Как проверка документов? У нас проходит на территории Российской Федерации, Краснодарского края, рад операции. Так вон проверяют мои документы. Хорошо, они проверяют. Я у вас паспорт спросил. Они проверяют водительское ваше. Я у вас паспорт спросил. Да что ж такое, да блин. Вот мой паспорт. Можно? Бубенко Дмитрий, нет, нельзя. Бубенко Дмитрий Геннадьевич. Прописку показать? Да. У нас вопросы к вашему транспортному средству. Да что ж ты будешь делать? Откройте... Я пешеход, понимаете? Откройте. Это не ваше транспортное средство. Идите туда пешком, у вас не держат. Так права мне отдайте мои. Права тут. Как я без прав куда-то пешком пойду? Предоставьте свой транспортное средство, на котором вы передвигаетесь. Зачем? Я вообще пешеход. Вы меня пешеход не останавливаете. Идите, пожалуйста, пешком. Так права мне отдайте, то я пойду дальше. Да, это не ваше транспортное средство. Вот я поеду, вы меня догоните, остановите без проблем. Тогда дам сейчас на транспортное средство, ну, и все, что будет. Не приедете, пока мы не проедем. Да когда ж вы меня отпустите отсюда? Я хотел вот документы передать на мопед. В целости и сохранности передаю. Куда? Ему или вам, или куда? Не, вот здесь позволите. Столько КАМАЗов бесплатно проезжают. Елки-палки. Да, вот пошли, постойте здесь, пожалуйста. Да я все время возле вас и кручусь. Куда ж мне еще деваться? Документы-то у вас не отдаете. Бесплатно проезжай. Никого, никто не останавливает. А? Зайдите, пожалуйста. Давай, давай, бесплатно езжай. Ну хоть радостью у дальнобойщиков будет, что можно ехать свободно.
Не хотят меня отпускать. Не хотят. Покормите меня тут хотя бы, что ли. Не имею права кормить. С ровного места, блин. С ровного места. Никого не трогал, не обижал, ничего не нарушал. Просто стояли и снимали. Так, сейчас я попытаюсь логику разобрать. Если я подозрительно себя веду, вас снимаю, значит мопед в угоне, да? Или, блин, что я запутался уже совсем. Вы же не хотите рамку-то открывать, боитесь чего-то, а не так, сломаться. Что-то. Так откройте без меня, я тут постою, и никто не увидит, что вы ее открыли. Че? Да. Шутка местная, не все. Не знаю. Нормальный документ. Вот печать есть. Чья? Вот. Юмористы. Так вы же сами не хотите брать у меня этот паспорт. Мне кажется, тут посерьезнее что-то, чем угон мопед. Если я пост снимаю, значит я какой-то террорист. А угон мопеда это ерунда. Вообще, какое отношение имеет одно к другому? Что-то я не могу полностью понять. Полностью проверяется просто. А, все как полностью? Одно к другому. Это ну, порядок, да, такой? Порядок, да, такой? Не, у вас порядок. Давайте, я разрешаю, не проблема, открывайте сами, смотрите. У меня претензий к вам не будет. Все. Все? Не подбросили? А подождите, а эту как она защелкивается? Да что, не умеете? А где она вообще? Не умеете, да вы. О, я уже как к себе домой, тут уже привык здесь давай сидеть. Там находитесь, пожалуйста. А как ваша фамилия? Да хоть узнать, кто, а то я даже не знаю. Вы в гражданке, а... Ну, я вам представился. Вы мои права в руках держите, я не знаю, я даже не кто вы. Права держит сотрудник полиции. А как фамилия ваша? Мавродиев. Мавродиев? Да. А должность какая у вас? Начальник пункта полиции. Это вот этого поста или это как? Это не пост, это пункт полиции. А, начальник пункта полиции, который находится вот здесь, да, вот этот, да? Куда? О, на кухне, кабинет. Объяснение. Телефон скажете, сын? Блин, что ж делать, говорить телефон или нет, что ж. Тут графа, телефон, акт осмотра, транспортное средство, ваши данные записаны. Блин, так не хочется говорить. Не, вроде надо, а, блин, не хочется. Что записывать? Семейное положение. Я не знаю, что мне делать. А можно адвоката пригласить? У нас есть адвокат. Позвоните, пригласите. У меня нет адвоката. Можно бесплатно хотя бы. Хоть узнать, что мне, как мне быть в этой ситуации. С вами никаких ни действий, ни следственных, никаких вас. Брод, я вас опрашиваю. Это акт осмотра, транспортное средство. Я не знаю, как мне быть в этой ситуации. Я даже не знаю. Можно говорить, нельзя. Я не знаю, что мне делать. Можно говорить или нельзя по поводу чего? Вообще, как себя вести и вообще, что можно, что нельзя. Я не понимаю ничего. Я не знаю, как мне быть. Мне бы адвоката, адвокат, ну, хотя бы проконсультировать. Сам ничего, он не наказывает вас ничего. У нас ничего не заставляет. Может быть, телефончик дадите адвоката, я вам позвоню, а там поговорю с ним.
что можно, что нельзя. Как мне быть в этой ситуации? Это вы какие-то бумаги пишете, меня это пугает. Да почитайте все, сейчас объясните. Официально работаете? Я не знаю, что мне делать. Мне адвокат нужен. Ну, ответьте, официально работаете или нет? Мне адвокат нужен, я не знаю. Да, как для этого адвокат не нужен. Это если вас составляют льготы на вас материал. Я боюсь, что я сейчас что-нибудь ляпну, что это против меня повернется. Официально работаете, нет, и все? Да, нет. Что такого? Я не буду, без адвоката не буду отвечать. Давайте мне адвоката, тогда будем разговаривать. А вас в чем-то обвиняют? Да какие-то бумаги неизвестны для меня пишут, я не знаю, что это за бумаги. Какое-то объяснение, какой-то акт осмотра транспортного средства. Акт осмотра, я же сверял, вы же при вас из номера сверял, списывал, проверял. Транспортное средство не в розыске, по базе проверил. Если это законно, то поступайте так, как считаете законно, пожалуйста. Как вы все ответили. Мне галочка записала, что я именно осмотрел. Вот, тем более, это все снимали. Как-то прилагается, ничего не прилагается? Ничего не прилагается, просто осмотрели и все. А можно написать, что прописью написать, что как-то ничего не прилагается? В случае осуществления осмотра транспортного средства в отсутствие лица, в владении которого оно находится, указать причину. Вы присутствовали. Напишите, пожалуйста, что я присутствовал в прописи. Ну, я же вас сюда вписываю. Тут бы данных не было, если бы вы отсутствовали. Хорошо, сейчас еще раз посмотрим. В случае осуществления осмотра транспортного средства в отсутствие лица, в владении которого оно находится, указать причину. Так, ладно, не важно это. Так. Необходимость принятия регистрационных документов. Так, ВИН-код есть, регистрационный знак на мопеде не регистрируется. Так. А кто составлял? Кузнецова. А, у вас даже распечатано? Да. Здорово. Хорошо, присылался. Копию мне дадите? Сейчас копию сниму, да. Хотя не дается, но... Все, отлично, подписываюсь. Это все это не работает? Дмитрий Иванович, работаете? Статья 51 Конституции, знаете? Не свидетельствуйте против себя, своих близких, родных и все остальное. Ну, в частности, говорю против себя, своих и близких. Это объяснение. Я вас не допрашиваю ничего. Мне просто кратко вас надо спросить. Так, сейчас, подождите, это 51 статья, то есть я могу не свидетельствовать против себя, да? Это, сейчас, я подумаю, это значит, как получается? Это значит, я вообще ничего не могу говорить, да? Можно я ничего не буду говорить? О, прикольная статья, мне нравится. Тогда, конечно, я ничего не буду говорить. Блин, классная конституция, такую статью классно сделали. Мне нравится. Я тогда ничего не буду говорить. Вообще не буду никак свидетельствовать против себя. Давайте, знаете, как пишем? Что я вообще ничего не сказал, быстренько подписи поставим, и я побегу там покакать. То, я уже тут долго. От дачи пояснений вы отказываетесь от них. Да. Вопрос, вы откуда едете, куда? На скутере, да? Это мой вопрос. Вы ехали, передвигались на скутере. Угу. Правильно? Откуда вы куда? 51 статья. Если так получится, я с этой точки в другую точку ехал. Потом бах, там оказывается какой-то похожий на меня человек тоже где-то в этой точке побывал, что-то украл и, возможно, направляется в эту точку. Ой, блин, не, лучше 51 статья, я лучше ничего не скажу.
51-ю обязательно. Вы отказываетесь? Да, я вообще от всех показаний отказываюсь давать. Можно так и написать, что я полностью отказался давать все показания. Вы разговаривать не хотите, ну или там 51-е, или что-то пояснять вообще, да? Mm-hmm. Цель вашего визита здесь как-то? Ну ничего. Съемка? Не, если все это обнаружится, мне в госдепе там накажут. Дмитрий Иванович. Так, Бубен, так это я старший оперуполномоченный ОУР МВД России по Кавказскому району, майор полиции Штырма В.П. Опросил гражданина Бубенко Дмитрия Геннадьевича, так, уроженец Омск, Новокубанск, все верно. Статья 51 Конституции не разъяснена, понятно. Я, Бубенко Дмитрий Геннадьевич, отказываюсь давать какие-либо пояснения. Да? Здесь пишите. С моих слов записано, верно. Верно. Мною прочитано. Или знаете. Мною прочитано. Замечания есть, дополнение, может что-то написать хотите? Нет. Я не знаю, что мне писать, поэтому... Замечания и дополнения нет. Нет, я не хотел бы этого писать, что нету замечаний, дополнений. Я просто не знаю, как мне можно писать или нет. Я хотелось бы мне... Просто мною прочее. Ну, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Свое. Полностью или сокращенное имя, отчество. Можете. Подпись. Число. Сегодня 9-е. 10-й месяц. Угу. Права, документы отдадите? Да, сейчас вас доставят в отдел, проверят вас на предмет причастности к террористической деятельности. Потом... В отдел меня повезут? Да. Здравствуйте, приехали. Здравствуйте. Да что ж такое происходит? Вы проверили транспортное средство? Вы мои по базе меня пробили? Почему вы сейчас хотите меня в отдел отвезти? Я вас не хочу отвезти, я вам просто объясняю, что дальше. Мне лично все равно. С какой такой причины? Я вас туда не повезу. Ваши подчиненные меня туда повезут. Нет, с какой такой причины? Это не мои подчиненные. Вы не знаете, почему они меня туда будут везти? Ну, знаю. Так объясните, почему. Но вы же старше этого поста, вы же начальник поста. Это не пост, это пункт полиции. Ну, пункт полиции, да. Так объясните мне, как начальник пункта сейчас полиции. Повезут вас, все объяснят. Что происходит, ребята, вы с ума посходили или что? Какой отдел полиции? Кропоткинский отдел полиции. Охренеть можно. Что за чудотворство твое такое? Не выражайся, держитесь себя. Да я ни одного мата не сказал.
Как вы думаете, я буду сейчас возмущен или нет? Вы думаете, мне приятно слышать, что я сейчас в отдел полиции поеду? И что? Мой мопед будет без присмотра стоять? Присмотр, не переживайте. Отстранение транспортного средства мне выпишите? Я вам не могу ничего выписать, потому что я не сотрудник ДПС. Если не понял, будет проводить ДПС. Мой мопед здесь стоит без присмотра. Мне хотелось бы отстранение от мопеда. Ваш мопед, где вы его там бросили, он там тоже без присмотра стоял. Вы за это не переживали? Отдавайте мои документы, я поеду. Документы будете отдавать? Вы меня полностью проверили. И так, и сяк. В чем проблема? Чего документы не отдаете? Останови, понятых. Для чего, понятых? Потому что я в машину не захочу садиться. Вы отказываетесь выполнить законы, действия, сравните законы. Она незаконная. В чем закон? На основании какого закона? У вас нет. Расскажите. Секундочку, вам объясняю. У вас нет документов, подтверждающих право владения транспортного средства, на котором вы передвигались. А я обязан их иметь. Конечно, при себе. Обязаны. Чем? Я вам еще раз объясняю, что у вас нет документов. У нас прошла серия краж таких мотоциклов, на которых вы передвигались. Чем я обязан иметь при себе документы? Расскажите мне. Какой закон правилами, мне это? Правилами дорожного движения. Какой если, пункт? Если вы передвигаетесь, какой пункт? Расскажи если мне. Если вы передвигаетесь на транспортное средство, вы обязаны иметь документы. Пункт ПДД, пожалуйста. 2.1.1 право дорожного движения. Разрешаю. Полиции вы обязаны предоставить документы на транспортное средство. Капитан, и право управления. Не обязан. Обязаны. Нет. Откройте право дорожного движения. Вы понимаете, что вы сейчас очень серьезные последствия готовите себе. Вы меня сейчас хотите задержать машину за то, что я не имею регистрационных документов на мопед. О том, что вы обязаны предоставить документы. Вы не знаете пункт 2.1.1. Его нужно знать, капитан. Это очень плохо, что вы его не знаете. Почитайте, подумайте перед тем, как делать эту ошибку. Вы меня сейчас хотите в отдел доставить. Я вам советую, я не шучу. Я не шучу, почитайте 2.1.1. Иметь документы. Не обязан, я вам говорю. И на право управления. Кто ответственного вызовите, у нас конфликтная ситуация. Давайте мы прежде чем ехать в отдел, решим с ответственным. Кто ответственный? В отделе вас встретят ответственным, сможете высказать ему. Я в отдел не хочу ехать. Вы вообще. Ваше доставление в отдел незаконно. Ну обжалуйте его. Давайте соответствуем. Как это обжаловать? Вы меня сначала в отдел отвезете, а потом будем обжаловать. Да. Ответственного можно сюда? Ну что, ответственным будет каждому, кто вот хочет увидеть, что ли, бегать. Да пусть хоть кто-то 2.1.1 почитает. Ну пойдемте почитаем. Что там говорится? Давайте почитаем. Роман, блин, мне вас учить, что ли? Что такое 2.1.1 или что? Пошли читать. Подождите, вас туда никто не приглашал. Сейчас вас попросят пройти, вы пройдете. Да надо. Куда хочу, туда и захожу. Приглашайте вы меня сюда, не приглашайте, блин. Правила тут какие-то устанавливайте. Сюда можно, сюда нельзя. Устроили тут режим, блин. Пошли 2.1.1 почитаем для начала, чтобы вы хотя бы знали, больше так никогда не делали. Да вы сейчас действуете противозаконно, как это, ведите себя спокойно. У нас есть основания подозревать, что этот скутер принадлежит не вам. Может, вы проверили? Проверили. В чем проблема? Он в угоне? Нет. Вы его прятали зачем-то. Он числится в угоне. Вы его прятали на территории заброшенного здания. Он числится в угоне. Еще не проверили, у нас здесь базы нет. Сейчас в отдел доставим и там будем проверять. У вас мои данные есть.
Вы меня можете по адресу вы найти. Вы прятали транспортное средство на территории заброшенного лотка. Вы прятали. Вы прятали. С чего это вы взяли, что я упрятал? Ну потому что он у нас заброшенное здание. Вы там пытались спрятать его. У нас половина сотрудников свидетели, что вы это делали. Это какие-то фантазии. На вашей камере это запечатли. Это фантазии какие-то у вас разыграли. Что я там прячу, прячу, не прячу. Да что хочу, то и делаю. Даже если и прячу. Даже если и так. У вас нет документов на него. Что хочу, то и делаю. Я владелец, и что хочу, это мое транспорт. Покажите документы, что вы владелец, и вы поедете. Я не собираюсь с вами его показывать. Зачем? Я не обязан этого делать. Если вы не понимаете, что я обязан, а что не обязан, вы сейчас делаете очень грубую ошибку. Как ничего? Вы сейчас меня собираетесь задерживать, вести в отдел. Вы понимаете, что это незаконно? Старший кто здесь есть среди вас? Старший мне нужен, ответственный нужен. Можно вызвать его сюда? Вызывайте. Если... Территория открыта полиции, и здесь перебегайтесь, пожалуйста, с моего разрешения. Вам указали место, где находиться? Находитесь, пожалуйста, там. Здесь надо вольное хождение. С какого перепуга? С такого перепуга, что я вам об этом говорю. Пожалуйста, вот вам указали место, где вам необходимо находиться. Встаньте, пожалуйста. С какого перепуга я тебя должен подчиняться не вообще? Не тебе, а вам. Я с вами на вы разговариваю. Да ты заслужил доверие сначала. Вы мне тут что делаете? Вы что, издеваетесь тут надо мной или что? Отпускайте меня, вы все проверили, я могу ехать. Сейчас что проверять? Розы. Что вы тут проверяете? Вы все проверили, что не так? Что еще нужно проверить? Я уже объяснение писал старшему оперуполномоченному. И там давление, и досмотр проводили. Не что досмотр, еще да, не так? Осмотр, не досмотр. Ну осмотр, какая да, нахер разница? Ответственного вызвали? Сейчас. Вызывайте. Не знаете законы, будем вас учить. Будем 2-1-1 считать? В смысле? Я говорю, сейчас вам отдадут документы, сейчас проверят. Кузнецов, ну что там? Что со мной? Вы меня останавливаете? Что вы? Вы меня там проверяете? Что? Что со мной? Вы только что проникли на территорию здания принадлежащего человеку. Сейчас сюда человек приедет и скажет, разрешал вам проникать на территорию своего здания, либо нет. Кто? Собственник этого помещения. Собственник этого помещения? Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Вы на мотоцикле, на котором у вас нет документов, проникли в здание, которое принадлежит другому человеку. Сейчас мы разберемся в этой ситуации. Ребят, вы с ума не посходили там случаем? Для чего вы туда заходили? Для чего туда? Это чужая собственность. Это чужая собственность. Да какая разница, где она огорожена, эта собственность? Это дом, здание. Вы что тут, ребята? Проникновение путем свободного доступа. Ребят, да у вас фантазия совсем разыграла что-то. Сейчас мы все факты установим, как вы здесь оказались, что вы там делали. И, пожалуйста, если у вас все хорошо, вы поедете дальше. Ну, смотрите, уже меньше 40 минут осталось до 3 часов. Вы же это понимаете? Как только вот эти 40 минут сейчас пройдут, будьте добры, протокол задержания на 48 часов. Кому интересно? Сейчас будем выяснять. Ну какие могут быть предположения? Для этого вы проникли на территорию здания, которое принадлежит третьим лицам, незаконно. Сейчас человек приедет, хозяин здания, скажет, я ему разрешу, ради бога, собирайтесь, езжайте. Просто... Если вы борец за справедливость, пожалуйста, приедьте в установленном законном месте, остановитесь, снимайте. От вас же никто не скрывается. Вот так вот, да? Откуда меня будет видно, да? Ну, ради бога, а что? Ну, вот у вас и сейчас видно. В том-то вся и проблема. Когда меня видно,
вы начинаете действовать по закону. Когда не видно, я все прекрасно вижу, как что вы действуете. Вы прекрасно. Если вашего-то видите, пожалуйста, у нас есть надзирающий орган, пишите по заявлению, что пускай рассматривают. Интересная у вас какая-то фантазия. Да, сейчас вы хотите пригласить сюда владельца этого здания. Да, якобы я вас снимал из чужой территории. Не то, что чужой территории. Вы проникли на территорию здания. Заявление было. Сейчас человек приедет, если будет, то как бы. Нет, она была или не было? Вот сейчас вопрос. Ну понимаете, если я кого-то за руку поймаю в чужом доме, мне не надо заявление какого-то собственника. Понимаете? В чужом доме, где нет ни окон, ни дверей, да? Это чужая собственность. Ох. Вот это вы интересная штучка придумали. Вот уж не думал, что у вас фантазия так далеко зайдет. У какого-то полицейского разыгралось воображение, что я там где-то что-то непонятно, что я там делаю. Ну, и чё? Вы не дали пояснение. А почему я должен его давать? Вам пояснить. Какие должны быть основания? Достаточные, правильно? Достаточно. Они у вас недостаточны. Да, вы сегодня дозвонились. Сейчас вам необходимо будет проследовать с нашими сотрудниками отдела полиции. И там у вас будет дознаватель брать объяснение. И вас ознакомят с документами по поводу... Пусть приезжают сюда. Да сюда никто приезжать не будет. У нас там дежурная часть находится. У нас здесь дежурная часть. У меня нет желания туда там ехать. Вашего желания никто не спрашивает, к сожалению. Как это никто не спрашивает? Есть законное требование сотрудника полиции. На каком законе оно основано? На законе полиции. Давайте сначала удостоверимся законность вашего требования. Законность нашего требования будете обжаловать, считаете, что он незаконный. Нет. Вы мне сейчас назовите. Вас поймали на территории здания, принадлежащего третьему человеку. Как это поймали меня там? Вас оттуда доставили сюда. Заявление было? Есть уже заявление. Уже есть? Ну, могу я ознакомиться? Сколько вас будут ознакомливать? Нет, сейчас. Можно сюда судью прокурора пригласить сразу? Пусть сюда приезжают, я не хочу туда ехать. Я обязан туда ехать? Да, вы обязаны проехать в отдел полиции, там есть дежурная часть, там дознаватели. Кто вас тут будет опрашивать? У меня нет желания туда ехать. Так я вам объясняю, что ваше желание, не спрашивать. Ну, применяйте физическую силу. Давай, принятие персонажа, это будет физическую силу. Согласно деланию законной полиции, сотрудники полиции требуют вас. Я какой-нибудь закон нарушил, чтобы меня туда доставлять, или вам, нет? Вам же пояснили, что вы сейчас курите опять же, да? Вам по-человечески объяснили. Есть собственное здание, который... Написал заявление, да? Да. Ага, вот так вот. Он без вашего ведома пришел и сам заявление написал, да? Я не могу вам пояснить. Или вы как-то повлияли? Не могу я пояснить, чего ведома. Я нахожусь здесь с вами, я вам поясняю. Вот мне интересно на этого хозяина здания посмотреть. Вы просто сами усугубляете ситуацию. Что вы тут фантазируете? Вы фантазируете, а вы фантазируете. Вы снова Кубанска, зачем-то знаете, вот, снимаете. Есть. Лазите по чужим зданиям. Ездите на мотоцикле, на котором у вас нет документов. Ну как? Мы фантазеры, ну что? Причем здесь вот мопед, что... Он не подлежит регистрации. Да, вы же понимаете, прекрасно, что мопед уже ни при чем. Ну, так нам необходимо установить, как бы, что вы делали в этом здании. Почему я узнаю об этом только сейчас? Почему мне сразу об этом не сказали? Что? Не додумались раньше, да? Что? Ну, за что меня задерживать, да? А вас еще никто не задерживает. Вас сейчас доставят, проверят. По всем базам. Значит, если будет у собственника, как бы, собственника определиться, что... Протоколчик доставления. Доставление будет протокол составлен непосредственно там. Когда нас доставят? Ну, если вы хотите, чтобы сейчас было, не совсем было хорошо, вы же, наверное, нормальный взрослый здравомыслящий человек. Проехали, вам нет вопросов. У меня нет желания тут. Так вы... вашего желания никто не спрашивает. Понимаете? Просто ваше требование незаконно. Почему незаконно? На каком законе оно основывается? На законе полиции. Какая статья? Сейчас, хотя бы без пунктов. Почитайте, если время есть, почитайте, что я нарушил, и без проблем. Если требование будет законно, то я же сам побегу в машину, запрыгну. Знаете, вот есть в Конституции 27-я статья, которая дает право любому гражданину, находящегося законно
на территории Российской Федерации я незаконно нахожусь? Или законно? Вы? Да. Ну, вы гражданин же Российской Федерации? Да. Законно. Законно, да? Да. Так что мешает мне свободно передвигаться? Передвигаться ничего не мешает. Вот когда я буду незаконно находиться, да? Тогда без проблем. Без проблем. Ну, как же, надо увидеть чужие здания, помещения, согласитесь по закону? Я нарушил закон? Ну, вы как? Я ничего не нарушил. Но это чужое помещение. Это чужое здание. Да какая разница, чужое оно, не чужое. Оно в открытом пространстве находится. Все здания находятся, это здание в открытом пространстве находится. Территорию гражданина, и гражданин просит проверить. Разрешение он вам это не давал, на проникновение в ОВО помещение. Какие проблемы им приехать сюда? Кого? Кому? Вот да, это, кому это надо? Все ждут, все здесь, вы сейчас поедете в отдел. Кому это надо? Почему я должен ехать в отдел? Ну, потому что там находится дежурная часть, там есть дознаватель. Потому что он на проник. Ну, куда проник? Как понять проник? Свободным доступом зашли туда. На мопеде проник, заехал. Ну, мопеда тоже там был. Что, шлагбаум был или что там шлагбаум было? Шлагбаум не обязательно. Как понять, я проник? Я имею право, если дома даже забора не ставят. Если я туда на мопеде это проезжаю. Я уже не говорю, что я там, блин, подкрался туда как-то или что. Я туда свободно заехал. Туда. Ни забора, ничего нету. Вот вы даете. Сейчас по обращению гражданина будет проведена проверка. Соответственно, после проверки, ради бога, вас отпустят, если там ничего такого не будет. Ну, надо было это раньше делать. Просто 3 часа истекает уже. Ну, как это нету? В чем проблема? Что мешает мне повесточку вызвать? Данные есть. В чем проблема? Почему я там должен куда-то ехать? Вы понимаете, что моя личность установлена? Этого достаточно для того, чтобы меня вызвать повестку. Вы понимаете это? Или вы привыкли действовать по-другому? По закону есть. Ну, по закону. Что-то вас обязывает меня ввести в отдел? Заявление. Ну, заявление, и что? Ну так примите меры по заявлению, какие проблемы? Принимаю. Так принимайте их в законном порядке. В законном порядке. А в законном порядке как это делается? Дежурная часть, дознаватель. Называется повесточка. Моя личность установлена. Вы понимаете, что у вас нету причины, законной причины меня задерживать. Вы бы могли меня задержать вот в той причине, если бы у меня личность не была бы установлена. Вы сейчас хотите перевести на то, чтобы как удобно и выгодно вам. Я хочу я хочу пользоваться своим правом быть свободным по закону. Почему я это право, этого права вдруг лишаюсь? Это что, понятые, да? Процедура. Документы понятых, посмотрим. Смотрите, в отношении вас, значит, зарегистрировано нас. Документы понятых, посмотрим. 17500. Нет. 5.7 закона полиции. Я имею право ознакомиться с документами. Сейчас понятыми. Вас доставят. А, с понятыми, пожалуйста. 5.7 закона полиции. Просто соблюдите. Пожалуйста. Я могу посмотреть документы? Вы отказываете? Вам руки никто их не передаст. Вы отказываете? Отказываете удостоверить личность? Я вам вы можете их посмотреть в руки, вам никто их не я придаст. Хочу лицо. Мне не нужно в руки все, давать. Вот они, смотрите. Я хочу удостоверить. Вот они. Пономарев Владимир Алексеевич. Это вы, да? Да. А, это вы, да? Хорошо. Так, Крынин Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, это вы, да? Ага, да, все, без проблем. Сейчас, значит, по сообщению о преступлении вам предлагается проследовать в отдел внутренних дел города Кропоткино. В связи с чем? В связи с тем, что поступило сообщение о собственника здания, в котором вы были обнаружены. Основания для задержания, для доставления. Значит, проверка по материалам КУСП. Что мешает меня вызвать по повестке?
по повестке, вы фактически на месте правонарушения задержаны. Повестка ли это? Вызывайте по повестке меня. Повестки вам... Моя личность установлена? Установлена. Какая нужда ехать мне в отдел? Потому что вы застигнуты на месте совершения правонарушения либо преступления. Сейчас будем устанавливать. Что я нарушил? Вы проникли на территорию здания, принадлежащего другому человеку. Что? Вы не поняли. По закону. Какой закон я нарушил? Я еще раз вам объясняю. Вы проникли на территорию здания, принадлежащего другому человеку. Какой закон сейчас я нарушил? Сейчас мы будем разбираться. Вы понимаете, перед тем, как меня задерживать, вы обязаны меня знакомить с тем, что я нарушил. Вы отказываетесь? Какой закон я нарушил? Вы отказываетесь проследовать в отдел внутренних дел? Какой? Я хочу установить, законно ли ваше требование вообще или нет. Если я нарушил, что я нарушил? Вы незаконно проникли на территорию помещения. Какой закон я нарушил? Вы еще. Вы полицейский, вы должны знать закон, который я нарушил. Я вам еще раз объясняю, что вы проникли на территорию помещения. Какой закон я нарушил? Ваше требование незаконно. Почему? Потому что вы не ссылаетесь на закон. Ваше требование незаконно. Понимаете это или нет? Сейчас, секундочку. Узнайте закон, ознакомьте меня, какой закон я нарушил. Требования полицейского должны быть законны. Если сейчас, полицейский сошлется на закон, какому законному требованию я не подчиняюсь? Если он сейчас мне этот закон предоставит, без проблем, я ж сам без понятых запрыгну машину. Просто ваше требование незаконно, нельзя так делать. Хочу так, надо делать только по закону, понимаете? Конституционные права человека, это частная собственность. Какой? Какой закон я нарушил? Тут Конституцию прежде всего, это частная собственность. Конституция, я понимаю, статья какая? Ну что не статья? Вы не знаете? Я вам не адвокат, вам если нужен адвокат, вам адвокат. Полицейский, который не разбирается я вам в законах? Я не разбираюсь в самом, не обязательно. Понятых не отпускайте, они должны присутствовать здесь. Понятых верните. Понятые здесь. Они должны слушать, они же для этого здесь и находятся. А второй понятой? Вы отказываетесь проследовать в отдел внутренних дел. Мы вам предлагали добровольно. Ваше требование незаконно. Хорошо, берите, пойдем. Незаконно. Да, а понятые, обратите внимание, он не предоставил мне закон. Сейчас ко мне применяется физическая сила. Физическая сила, давайте, пожалуйста, проследуйтесь, присядьте. Я не хочу туда идти. Я не хочу туда идти. Вы мне закон назвали, который я нарушил? Если вы сейчас закон не назовете, вы нарушаете законность вашего требования. Я свободный человек, я имею право свободно передвигаться. Вы имеете право лазить по зданию, принадлежащему третьему лицу. Если я что-то нарушил... Вы нарушили. Понятые, хочу вас... Просто вам придется разъяснять в суде все это. Я находился в этом здании. С этого здания я вел видеосъемку этого поста. Вы понимаете, да? Просто пока вы сейчас здесь находитесь, вы должны понимать ситуацию, которая здесь происходит. Сейчас полицейские мне предъявляют то, что я незаконно нахожусь в этом здании и веду оттуда съемку. Не, насчет съемки они мне ничего не говорят, а то, что я нахожусь там незаконно. Вы уже объяснили, все уже поняли. Без проблем, физическую силу, да? Пока, если вы отказываетесь. Отказываюсь. Отказываетесь? Да. Это требование незаконное. В эту или туда? Обычно сзади возят. Все-таки хотите у меня флешечку забрать, да, в отделе? Хорошо, ясно.